Теперь мы будем рисовать брови. Первое, что я делаю, конечно же, это их вычесать. Щеточка у вас может быть совершенно любая. Я себе у Парижа прикупила вот такую. Можно пользоваться ей, можно пользоваться вообще зубной щеткой. Вот. Ну, обычно достаточно вот такого огрызочка карандаша и расчесочки. Вычесали. Я использую светлый. Мне очень нравится и Фреше карандаш. Я очень долго, когда стала блондинкой, очень долго искала, потому что, в принципе, брови темные. А мне нужно было их высветлить. Поэтому я нашла для себя светленький карандаш для блондинок. Закрашиваю свои природные брови. Я всегда начинаю с хвостика. Рисуем такими штришками. Основание. Все, что нам вот маханули мимо, взяли расчесочкой, подубрали, вычесываем, смотрим. Второй точно так же. Конечно, если с формой не повезло, то там нужно будет постараться. И можно использовать и маркер, и другие продукты. Но от основания чуть-чуть прорисовываем. И обязательно чешем. Вот. Бросили карандаш. Дальше я использую прекрасный. Извините. Нет. В общем, гель светлый для блондинок Vivien Sabo очень здорово перекрывает основной ваш собственный цвет брови. И делаем вот так. Можно мне не кликать? Вот таким образом фиксируем. Он у меня давно, поэтому он стал таким прям сильно красящим. И я его просто пальчиком фиксирую. Вот таким вот образом. И в принципе, вот свет чуть-чуть высветлило, да, уже более гармонично выглядят темные брови с моим природным блондом.